Ремонтно-реставрационные работы начались на объекте культурного наследия городской манеж 19 века в Звенигороде. Партийный надзор за ходом работ осуществляют единороссы в рамках проекта «Культура малой родины». Сейчас на объекте проводят разметку территории в соответствии с кадастровым планом и установку временного ограждения площадки. Далее специалистам предстоит воссоздать основания, фундаменты, кладки, ограждающие конструкции и распорные системы, а также декоративные элементы. Срок реализации проекта – конец 2020 года.